Все эти ребята набрали 100 баллов на ЕГЭ. Анна Сетрова к экзамену готовилась весь год. Про вечеринки и походы с друзьями в кино пришлось на время забыть. Все свободное время сидела за учебниками. И не зря. Анна мечтает стать переводчиком. И максимальное количество баллов получила по английскому языку. 3-4 часа каждый день уходила на подготовку. Но я думаю, это стоило того, потому что теперь после всего этого тяжелого года есть возможность поступить в тот вуз, который ты действительно хочешь. Благодарственные письма главы города получили 10 человек. Это выпускники, которые набрали 100 баллов по дополнительным предметам – информатика, история, английский, физика. Всего в этом году отличный результат на ЕГЭ показали 92 выпускника. Это на 10 человек больше, чем в прошлом году. Власть крайне заинтересована в том, чтобы в нашем государстве, в нашем регионе, в нашем городе было как можно больше образованных, талантливых, целеустремленных людей. Чем больше образованных людей, чем больше культурных людей, чем больше талантливых людей, чем больше людей, которые ставят перед собой цели и достигают успехов по их достижению, тем более конкурентоспособен город и конкурентоспособен регион. Мне, конечно, очень хочется, чтобы все вы остались здесь. Несмотря на ваши высочайшие результаты, мне кажется, каждый из вас найдет то учебное заведение именно в Самаре, которое вас устроило бы. И очень хочется, чтобы потом вы посвятили свою жизнь именно нашей родной и любимой Самаре. Школьные годы позади, теперь ребята вступают во взрослую жизнь. Они уже подали документы в вузы и готовы покорять новые научные и профессиональные вершины. Лариса Шлафаст, Константин Головин, «События».